Привет, подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис, всех вас с наступившими и будущими праздничками, надеюсь, у вас все зашибись, и напишите в комментариях, что интересного вы получили, потому что наверняка вы открывали свитки, и, наверное, у вас что-то интересное да выпало. Мне что выпало? Показываю коротко, да ясно, и все эти мобы уже есть в альбоме, точнее двое, третий будет чуть позже. Мне выпала Алисия, я ее уже одел, сегодня тестили, урон нормальный. Скажем так, очень даже нормальный. Выпала Раки, которые... Все мобы, которых я одел, естественно, они фуллскилл уже. Раки тоже одета. Теспайре неплохо так выглядит. Еще выпала Поняша Ветра. Вот, выпала Диана, ее, по-моему, зовут. В общем, тоже одел ее Виолент иммунитет. Сегодня тестили. Вообще не виолентила, блин. Такое ощущение, будто я Виолент сломал. Пару раз виолентила, и все, за два или за три боя. Короче, раздражает меня мразота. Ее я еще в альбом не добавлял, потому что мне ее еще нужно проточить гидрой. Она гидрой почти не проточена, поэтому ей еще очень сильно нужно пробустить и скорость, и хп, и защиту, и даже там чуть-чуть атака проточится. В общем, всего понемногу. Плюс заменить 3 руны в Виоленте, и можно на точность. У нее в сумме станет хотя бы где-то 25-30 точности. Тогда будет самое то. Потому что остальные статы ей просто бесполезны. Там всякие флаты на защиту и прочее можно будет поменять. Либо какая-то сила атаки с минимальным проком можно будет поменять, либо опять же доточить. И еще мне выпало, вот что мне выпало. На складе лежит. В общем, 5 первачей мне выпало. Так, и на складе у меня лежит... где они? Так, так, мне выпал функ пэк. Да. И Архангел Ветра. Ну, все 5 первачей, ни одного дубля. Там было при выборе, мне давали вторую Аннабельку, естественно, я отказался. И мне еще давали второго или третьего Лагмарона. Я тоже такой типа отказался, спасибо, не надо. Поэтому хотя бы без дублей, и я рад хоть этому. Арха я качать, естественно, не буду, ФНПГ я тоже качать не буду. Почему? Потому что, во-первых, на них нет диалмонов, во-вторых, на моем аккаунте они просто тупо не нужны. Архангел является помойкой для такого аккаунта уже, бесполезной. А ФНПГ является просто игрушкой для ПВП, и на эту игрушку нужны диалмоны, так еще и руны. А хороших рун у меня на него сейчас нет, ну и диалмонов уж подавно. Поэтому будет лежать на складе еще очень долгое время. Напишите, чем вам упало в комментах. Вот то, что упало мне. Из четверок ничего интересного. Единственное, зафулил варвару скиллы. Зафулил шайби скиллы. Немного проточил свои сабрини скиллы. Еще эту пиретку тьмы расточил. Там и всего по мелочи, понемногу. Там каких-то четверок подточил пирату треть. Третьему пирату еще два скилла апнул. Но ему еще долго до фула Михьянг там два раза апнул. Опять же, ей еще качать и качать. Лизелю докачал почти все скиллы. Ну и так по мелочи всем по чуть-чуть. Откроем два сундука Лего. И посмотрим, что у нас будет. Итак, так мне хватает всего? Да, хватает, а то и не фармил. Погнали. И... Мистик. Мистик. Копить свитки я в данный момент не буду, потому что нет никакого повода. Ну как, я буду собирать, допустим, там 3-5 неделю свитки и буду открывать там, к примеру, к выходным, либо в какой-то там повод. Вот надоело копить 5-10 мистиков, пошли открыли. Ну, каждый мистик я не буду открывать, а, скорее всего, в конце недели, наверняка. Нет, продам, синий хватает. Крит урон тоже хватает, спасибо, могла быть на скорость, но не надо. Ну, 100 тысяч маны и один мистик, спасибо. Так, смотрим, что следующее будет. Да, этот, конечно, открытие говно полное. Ой, мне этих хватает, поэтому я продам, как мусор валяется. Так, еще 13, но да, второй сундук вообще ни о чем. Не повезло с этим сундуком. Опять же, напишите в комментах, что упало вам. Камни я уже взял, и сейчас перекуем какую-то руну. Можете меня поздравить, я тут достижение заделал. Элита, ёпта. Да-да-да, элиту заделал, 11200 очей. Как мы посчитали, приблизительно, если выполнить все-все-все-все задания, получить все ачивки, сценарий, кайрос, там и прочее, то вы получите где-то 13200 очей. Поэтому в теории еще будет там, не знаю, элита 2 и элита 3, и как там после этого будет кто? Директор игры, наверное, бог и Коби. Да, скорее всего, самая высшая ачивка, это будет, скорее всего, Коби. Наверняка. Ну, посмотрим, да. Вот, элиту уже пикнули, взяли, а дальше что будет, я не знаю. И перекуем еще вот эту руну, потому что здесь максимум 12 скорости. Легендарка напрокала не так, как хотелось. Попытаем удачу. 29 СПД. Поехали. Блин, чилинг, прости, но... Но я забираю. Да, типа нормально, сойдет. Смотрите, здесь можно 25 сделать, здесь можно 16 сделать, даже 17. Не, я забираю, окей. Можем кого-то там
апнуть и перекуем еще вот эту руну, потому что она... Ну кому она зайдет, блин? Кому-то на гидру, я не знаю, 23 устойчив... Короче, перекован. Ни о чем руна. 11, 5, 25. Так, кому эту руну можно зафигачить, товарищи эксперта с чатика? Здоровье, шанс крита. Виолент. Здоровье, шанс крита, Виолент. Чё-то пока у меня мысли не особо. Ну, можно и Сиари какой-то, конечно, поставить, но чё-то маловато скорости. Силу атаки придется на точность менять. Ритешу. Вот Ритешу, да, наверное, и все. У меня у Ритеша здесь, по-моему, 24, и шанса крита нету. Да, скорее всего, пока зайдет на Ритеша. Поняше. Поняше можно, да, зафигачить, если что, и тоже шанс крита сойдет. Но у Поняше здесь скорости, по-моему, 17 или 18 изначальных. Ракан, ну да, можно поставить. Ну, если Виолент одевать. В общем, забираем ее, да, пока что. Она явно поярче. Вот эту вот еще руну. Давайте. Так. А, понятно. Могло быть 33 СПД, да? Ладно, не могло быть. Оставляем эту. Пускай пока будет это. Ну и результаты Рафика. Он уже 42 левел. Я сегодня сгексил. Кого я там сегодня сгексил? Сегодня мы заделали, так, извиняюсь. Сегодня мы сделали вот 5-звездочный Маргена. Я 2 или 3 дня не играл, потому что новогодние праздники. Мы переехали в свой дом. В скором времени мы снимем видео. Видео, я думаю, сделаю 2. Первое, это как мы переехали в дом. Видео, как мы тут живем. Как мы тут обустроились буквально за 3 дня. Покажу вам ванну, покажу вам стримерскую. Здесь, конечно, ну, кроме стола, все остальное, здесь ремонта пока никакого нет. Это будет в дальнейшем. У нас готова полностью только ванная и... почти полностью спальня. Там осталось обои поклеить. Ну и в принципе, наверное, и все. Да, и в скором времени у нас еще зала сделается и кухня. Но это займет еще несколько недель. Поэтому я не знаю, ждать, пока сделается зала, кухня плюс спальня. Либо уже снять, показать, как я живу. Посмотрим. В общем, наверное, я сниму уже в ближайшие дни видосик. Вам заценю, залью на YouTube канал отдельное видео. А потом уже, когда уже фактически полностью будет готов дом, я сниму... вторую часть, продолжение, типа спустя там, не знаю, полгода, год или сколько мы еще будем обустраивать этот дом, я не знаю. Но мне уже все нравится. Во-первых, мы спим в тепле, есть где помыться, есть где покакать, извиняюсь, есть где кушать, приготовить. Меня все устраивает. Два этажа, 128 квадратов с балконом, прям шикарненько, серьезно. Еще и двор, 5 соток, две собачки забрали с собой, такой буррито. Покажу вам их тоже, поэтому ждите ближайшие дни, заснимем видосик. Пускай немного погода получше станет, чтобы мы сходили на море, и с моря мы снимем с Марикой наверняка видосик, придем, и я уже засниму здесь, как здесь и что здесь. Хоть чуть-чуть поубираем, потому что у нас все в коробках, все в каких-то пакетах, ну, переехали буквально 3 дня, мы не успели все это поубирать, и я вам заценю, как мы здесь живем. Поэтому вот здесь уже 3 дня пока я не фармил, но вот сегодня и вчера я пофармил, Аргена сделал на 5 звезд, Кумая сделал на 5 звезд, так, что еще мне предстоит, вот Ундину я сделал, но... Мне не хватает 2 средних эссенции, это еще дофармится, понятно. И мелких эссенций мне нужно вот дофармить для этой сил. И я скрафчу, кого там нужно, Акину. Акину доделаю, и все, останется, получается, этих докачать. Эту перевести на 5 звезд и докачать, эвейкнуть, ну это понятно по мелочи. И Акину докачать до 5 звезд, и опять же там перевести до 35 левела. Все, Вермос будет готов в течение нескольких дней. Немного отстаю от графика, возможно, не успею даже башню пройти. Но уж извините, переезд, как бы, дело святое. Мне переезд и дом важнее, чем какой-то там рафик. Вот так вот развиваемся. Наверняка многие из вас уже сделали Вермосы, я уверен. Вермосы сделал, но я надеюсь, за вами поспею. Ничего мне не упало, как обычно. Открывали сегодня свитки. Ни хренашеньки не падает на этом рафике, он какой-то проклятый. Ни одной полезной четверки. Абсолютно. Весь мусор показываю. То, что лежало на складе. А вот, может, вы что-то новое увидите. Вон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мега полезных персонажей. Вот прям нужны, не знаю, как бы я без них играл. И уже, как назло, упало 3 или 4 кошки. Хорошо, хоть я не покупал ЗГВ-очки. Немножко подождал, ох бы меня бы комтосы патрулили, если бы я купил. В общем, 6 четверок, которых у меня были, все бесполезные. Я уже молчу про каких-то там первачей полезных для башни. Нифига, даже, блин, упал бы какой-то Люшен, упал бы даже какой-то гексовый персонаж для Веромоса, уже бы облегчилась игра. Барретта бы какой-то долбанный упал, и мне не нужно было бы уже Барретту крафтить. Не, комтосы говорят, давай, Толян, максимум, хард-мод. Мы тебе будем, конечно, молнии там давать, но они мобы будут все равно бесполезны для тебя, да, эти мобчики. Так что играй, как нормальные люди, как нормальные бомжи в этой игре, да, без всяких там
шалостей, весь вот этого. Не жили богато и начинать не будем, естественно, конечно же. Поэтому, конечно, играем вот тем, что имеем. Дальше что у нас? Это, естественно, Канами я докачаю до 35 левела. Делаю уже свое Веромоса. Как только Канами докачаю до 35 левела, она у меня уже одета. Я уже вот сегодня друзей понабираю. И с сегодняшнего дня я уже, думаю, 10 гиганта начну фармить. Канами не обязательно на 6 звезд переводить, так как ручками можно будет спокойно вот 4 моба плюс чей-то веромос. Вот тебе, считай, пачка уже твоя стандартная. Можно будет начать фармить 10 гиганта. Сегодня мы пройдем наверняка 9, он у меня еще не открыт, и 10. Но 10 надо будет пройти как-то самому в соло. Я попробую со своей магичкой. Если я пройду там хотя бы до босса, никто не умрет, и мне придется воскреситься, я воскрешусь, ну, лишь бы получить легендарный свиток. Алин я пока не перевожу, вот такое вот развитие, надеюсь, у вас все быстрее. Напишите в комментах, чего достигли вы уже, и что вам упало за все это время. В одном из последующих видео будут результаты розыгрыша прошлого, в котором я задавал вопросы. Там те, кто успели ответить, соответственно, те поучаствуют в розыгрыше. Если вы еще не успели поучаствовать в предыдущем видео в розыгрыше, зайдите в него и напишите комментарий, тот, который нужно написать. Все, поставить лайк, написать комментарий, все, вы участвуете в розыгрыше. Результаты будут в скором времени. Огромнейшее спасибо тем, кто смотрел это видео. Ставьте большие пальцы вверх. Стримлю я сейчас на основном канале и, естественно, на Твиче. Где вам удобно, там и смотрите. С 19:00 по Москве начинаем стримить где-то до 12 часу, там, двух, как совпадет. Если вам нужно что-то по делу, консультация через Корун, доступ к альбому, в котором есть все мои персонажи, плюс вот эта вот Алисия, Раки, которую сегодня одевал, она тоже есть уже в альбоме. Вы его получаете один раз и навечно. Прайс у меня обновился, поэтому если вам что-то интересно, напишите мне в ВК. Добротного фарма и удачи в развитии вашего новичкового аккаунта, либо вашего мейн аккаунта. Пока-пока.